Всем привет! Вы на канале Clown Box World Travel. Подхожу к Нарве. Какая красота! Ну, на российской границе из России в Эстонию нет никого. Вот такая красивая крепость. И просили показать зубы дракона. Зубята, дракончата. Зубы дракона, вот они какие. Ну вот так вот. И сейчас у нас 21:32. Моя вам ручка, моя рука. И сейчас посмотрим, какая очередь. Вчера и позавчера не все прошли до 23 из Нарвы, из Эстонии в Россию. Оставалось каждый день, сейчас пока остается человек по 40, поэтому будьте готовы, что если вы встаете в очередь во второй половине дня, то вы можете задержаться на ночь в этом прекрасном городе. Вот просили зубы дракона. Чё зубы дракона не показываешь? А что вы зубы дракона не видели, что ли? Не знаете, что это такое? Это зубята, дракончата. Вот, так что пошли. Сейчас посмотрим, какая очередь. Ребятушки, сейчас девочку встретила. Она идет и поет. Кап-кап-кап, и слезы льет Маруся. Вот такую песню. Ну, дальше слова я не помню, как-нибудь вам спою. А женщина еще навстречу шла, и я спрашиваю, сколько стояли? Она говорит, 8. Но счастливые выходят. Я же тоже тогда стояла 6 часов на холоде. Но я, честно говоря, так хорошо себя потом чувствовала. Какая-то порозовела, розовые щечки. Так что... Вот, в такой вот свежести на улице будем делать эту зарядку каждый день утром на крепости, на башне. Вот. Смотрим. Стояли сегодня люди 8 часов. 8 часов. Здесь свободное место. Люди уже смеются, поют песни. Готовится к ночевке. Так, сейчас у нас 21:38. Ну, не очень много людей, но осталось 1:20. Не очень много людей, но осталось 1:20. И тут 100 человек. 120 где-то человек, 150. Все. Я лохмусь. Я в Нарве.